Всем привет, с вами Наталья. Я забрала свой заказ по третьему каталогу. Сейчас мы будем делать с вами его распаковку. Я расскажу, чем я пользуюсь, что приобретаю себе и что меня, скажем, приобретают мои клиенты. Значит, тут, соответственно, придет чек. К оплате у меня вообще общая сумма заказа идет 96,01. Но с учетом того, я уже не раз делала свои видео, у меня объемная скидка идет в виде моей зарплаты. И у меня я оплатила 36,09. То есть 59,99 у меня списалось за счет скидки, что самое удобное. Поэтому вот такой для меня приятный бонус. Пользоваться продукцией и при этом еще зарабатывать. Значит, что я предлагаю? Это вот такая вот влажная детская туалетная бумага. У меня есть отдельный видеообзор по ней. Она была в наличии, поэтому я приобрела две штучки себе. Ну, для тех, кому первый раз смотрит мои видео, значит, 40 листов, артикул 30-401. Мне именно нравится детская влажная туалетная бумага, поэтому беру я ее. Дальше, ну, соответственно, идет заказ вот такой пакетик, да. Дальше у меня клиент приобрела вот такие вот карандаши для глаз. Угольно-черный, 28-58-23. Ну, то есть вот такой у меня на регулярной основе, поэтому я заказываю 3-4 штучки. Дальше, что еще? Решила для первый раз попробовать, почитала отзывы. Карандаш стик для ног. Артикул 16,95, то есть предполагает, что от натирания кожи ступни, то есть это идет в виде карандаша. А сейчас я вам покажу, каким образом выглядит. Давайте вот смотреть, я открыла. Да, вот такой получается идет в виде помадки, да, без запаха. Обычно, знаете, как гигиеническая, я бы сказала, гигиеническая помада. Отзывы хорошие, но сама лично не пользовалась. Решила заказать, с учетом того, что сейчас, когда новая обувь, натирают мозоли. Читала, что там можно и не только на голые ноги, но и поверх там носочков или колготочек. Ну, попробую. Вот его. Дальше, что я себе заказала? То есть я заказала себе омега-3,6,9. Каждый раз я покупаю на регулярной основе, поэтому не раз делилась. Артикул 15,795, поэтому не буду акцентировать внимание. 60 капсул. Вот это приобрела. Далее у меня сейчас еще, скажем, осенне-зимний период, поэтому я приобрела себе вот ростки пшеницы. Я тоже, у меня есть отдельный видеообзор. 25 порций. Так. Артикул, что-то я не могу найти, вот артикул идет 15 768. У меня предыдущая пачка закончилась, поэтому сейчас ее приобрела себе снова. Вот сейчас я пью его. Дальше, что я себе еще заказала? Вот заказала, это уже давно, термозащита идет, моделирующий термозащитный спрей для волос. Так, идет 100 миллилитров. Так, артикул 2703. Я сегодня попробовала, да, мне понравилось, потому что запах приятный и фиксирует волосы, да, то есть они не распушаются, то есть отличный. И, в принципе, я по отзывам тоже мои клиенты, когда ранее этот был в наличии, очень нравится, но был период времени, когда не было, видимо, на складе наличия, поэтому вот сейчас приобрела. Далее, что еще? Вот такая вот получается эта новиночка текущего каталога. Это манго, зубная паста. Артикул 2847, 75 миллилитров. Серия Нуки мне нравится. То есть я различными пользовалась, я делилась в видеообзорах. Поэтому вот такая, знаете, сладенькая манго будет для зубок. Мне что нам дает? Так, эффективно защищает и ухаживает за деснами и полостью рта. Ну, вот такая вот, не захотелось именно манго попробовать. Дальше тоже вот идет новиночка текущего каталога. Серия Green Pharma. Маска для лица с маслом конопли. Артикул 0045. Не пробовала, не знаю, поэтому вот такую вот масочку решила приобрести. Но, в принципе, по отзывам тоже, кто пользовался, говорили, что хорошая. Дальше. Вот такой вот, это для себя, тональный крем, зеленый чай. У меня комбинированная кожа, поэтому вот этот тональный крем мне подошел. Значит, артикул идет, так, 3 шестерки 1, он у меня заканчивается, и я сейчас я приобрела, вот он идет, вот такой.
Дальше, что еще себе же опять же приобретала, это идет так, ультракондиционер для белья, серия ароматерапия, розовый бархат, 30 стир, артикул 11855, тоже не разделилась, вот я периодически их меняю, вот это сейчас приобрела. Дальше, освежитель, акваспрессвежитель воздуха, у меня это идет утренняя свежесть, 30-325, у кого есть животные, защита от запаха животных, то есть вот такой, поэтому это практически в каждом моем заказе есть. Дальше биогель для мытья посуды я приобрела, травяной микс 10894, вот такой вот идет. И тоже наше чудесное средство для чистки духовок и плит у меня закончилось, 30-119, артикул, значит, 500 миллилитров. Вот такие вот у меня были покупочки. Поэтому, если какие-то вопросы, вы всегда можете задавать. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего вам хорошего.